Третья экспедиция Арктического плавучего университета САФО, посвященная памяти норвежского полярного исследователя, ученого Фритьёфа Нансена, достигла острова Колгоев. Участники отправились на экскурсию по острову, познакомились с местным населением в поселке Бугрино. Впереди у участников экспедиции Арктического плавучего университета еще много работы. Им предстоит обсудить историю освоения и изучения арктического пространства, тенденции, альтернативные пути развития, геополитики в Арктике, перспективы коренных малочисленных народов Севера, а также возможности организации бизнеса в северо-восточной России и Арктике. Также экспедиция совершит еще одну высадку на острове Диксон.